разбитого окна. Ты стоишь в слезах одна, мается, душа терзается. Пожелтел кленовый лист и упал под ноги вниз. Кажется, что жизнь кончается. Ты поверила ему, променяла свет на тьму, думала, что будешь счастлива. Отказалась от любви, ты зови ее, зови, что же ты так недогадлива. Грязное, грешное сердце приготовь, ждет тебя светлая, верная любовь. Предала ты ее, но грустить не смей. Он поймет, возвратись к Богу поскорей. У разбитого окна ты Иисусом прощена, вновь к тебе жизнь возвращается. Береги свой бриллиант, он тебе и друг, и брат. Глянь в окне, свет разгорается. Грязное, грешное сердце приготовь, ждет тебя светлая, верная любовь. Смей, он поймет, возвратись к Богу поскорей. Здравствуйте, мои дорогие друзья! Очень рад нашей новой встрече в программе «Семейный микрофон». И песня, которую вы сейчас прослушали, называется «Преданная любовь». Она была написана по случаю очень неприятному. Их было несколько таких ситуаций, и вот об одной из них я вам расскажу. К нам в церковь ходила девушка, хорошая девушка, и она была хорошей христианкой, но однажды она подошла ко мне и сказала: «Вы знаете, пастор, я больше не могу посещать вашу церковь, потому что мы с парнем любим друг друга, и вот мой парень сказал, что я готов с тобой иметь отношения какие-то дружеские, мы с тобой поженимся, но только в том случае, если ты оставишь церковь». Вы знаете, я долго ее уговаривал, чтобы она этого не делала, но она осталась на своем, непреклонно ушла из церкви, прошло уже где-то около 20 лет, и вот совсем недавно мне сообщили, что она умерла. Вы знаете, жизнь с этим молодым человеком у нее не сложилась, вот, и они расстались. Но обманутое такое счастье, скажем так. И вот в этой песне я обращаюсь ко всем девушкам, ко всем парням, кто
имеет отношение с Иисусом Христом, имеет отношение с Богом, я прошу вас, пожалуйста, никогда не меняйте церковь, никогда не меняйте Бога на человека. Еще один пример хочу привести. Знаете, был у Иисуса Христа такой ученик Петр. Иисус Христос однажды предсказал ему, что Петр его предаст. Но Петр говорил: «Нет, никогда, ни за что не предам». И вот когда Иисуса Христа арестовали, Петр все-таки предал Иисуса Христа. Он три раза отрекся от Христа и даже божился, что не знает Иисуса Христа. И вы знаете, друзья, когда Христос его предупредил, что, говорит, не успеет петух два раза пропеть, как ты три раза отречешься от меня, так оно и произошло. И когда Петр услышал, что петух поет третий раз, он вспомнил слова Иисуса Христа, что он отречется. Он вспомнил эти слова, и он, написано, горько заплакал. И в этот момент Иисус Христос посмотрел на Петра, и он увидел взгляд Иисуса Христа и горько заплакал, и вышел. И вы знаете, Христос увидел это раскаяние, раскаянное сердце, эту боль, и простил Петра. И Петр потом стал великим апостолом. Я сегодня хочу обратиться к тем, кто когда-то, может быть, сделал неправильный выбор, кто-то допустил ошибку, кто-то ради кого-то или ради чего-то расстался с Богом, расстался с Иисусом Христом, с церковью. И я хочу вам сказать, что Бог любит вас. Любовь Его преданная и верная. Он ждет вас. Возвращайтесь, пока вы живы, пока не поздно. Уже за гробом невозможно прийти к Богу. Пусть Господь благословит каждого из вас услышать вот эту вот очень важную деталь, которая сегодня прозвучала в этой песне, в моем обращении к вам. Итак, с вами был Владимир Бобриков в программе «Семейный микрофон». Счастья вам и вашим семьям!